Իմանը Ներուբցիմե Պետրոսյան, ես եկել եմ Ուկրաինայից, ապրում եմ հիմա Երևանում. На самом деле это очень большая возможность для меня участвовать в таком великолепном проекте. Я изучала международные отношения в Киеве, также являюсь переводчиком английского и шведских языков. Очень люблю танцы разного плана. Бальные танцы, восточные танцы, армянские танцы. Я занималась вокалом 4 года профессионально, участвовала в различных конкурсах международных. На самом деле для меня музыка – это, можно сказать, второе дыхание. Я очень благодарна Богу за то, что Он создал людей с такой возможностью петь и таким образом приносить удовольствие не только себе, но и окружающим. Бориш Ковек, Айтузум, Наверное. Ես ձեզ ասեմ, որ գուսանական արվեստի ներկայությունը այս բեմում կտա առանձնահատուկ կոլորիտ։ Ուրեմն Ռիպսիմե Պետրոսյանին մենք մաղթում ենք առանձնահատուկ հաջողություն։ Համեցեք բեմը ձեզ է սպասում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Очень хочется, чтобы все участники этого проекта получили большое удовольствие и только с улыбкой на лице, и чтобы с радостью вспоминали проведенные вместе дни. Эмоции, ты понимаешь, сколько связано у меня с этой песней, ты даже не представляешь. Իպսին է։ Այս ուղղվածությունը այդքան էլ իմը չէ, և ես ուղղակի չեմ կարող քեզ տալ այն, ինչ-որ նախագծի շրջանակներում կարող է տալ մարզիչը արտիստին։ Շնորհակալություն։ Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что выбрали эту песню, потому что это моя самая любимая песня, я ее пела, пою и буду петь, наверное, всегда. Но вы не учли один момент. Это... А вы откуда, я извиняюсь? Я с Украины, с Киева, города Киев. А вы знакомы с армянской культурой? Отчасти. Отчасти. Ну, это саят нова. И на самом деле, если мы будем говорить с вами только о вокале, он был безупречный. Но саят нова – это такое, это неприкосновенное. Если его петь, нужно соблюдать каждую нотку за ноткой, не нарушая ни длину вашего вот этого вот голосового мелизма, да,
не придумывать какие-то, тем более современные ноты, европейские вот эти мелизмы, она непозволительна здесь, понимаете? Вам нужно было взять что-то, чтобы рассказало нам о том, что еще вы можете спеть. Понимаете? Спасибо. А так как вы несерьезно отнеслись к этому произведению, то уже, соответственно, и у меня уже внутри все опустилось, потому что сначала я встала, а потом я села. Спасибо большое. Ես հավում եմ, որ այս շրջանին չենք շարունակելու միասին, բայց իսկապես ուրախ եմ, որ ունեցանք քեզպես մասնակից։ Եվ հպարտ եմ, եւ ափսոս, որ դու Ուկրաինայից ես, այլ ոչ այստեղից, բայց մենք հաճախ կարող ենք քեզ այստեղ հյուրընկալել, արդեն այստեղ։ Վերջ, ամեն ինչ ասված է։ Տեսակ իզուրել հուզվում եք, ցավոտ չէր, չէ՞։ Բայց փաչեք, համբուրեք, շնորհավորեք, ոչինչ։ Բայց դեռ շատ չան։